Сейчас я вам хочу рассказать про очень полезное приложение, которое поможет вам в поиске лекарств. Для этого заходим в Play Market и пишем вот iTeca. Нажимаем на новое приложение iTeca и нажимаем установить. После загрузки приложения, приложение автоматически откроется. Если не автоматически, то вы нажимаете «Открыть». Вот нажимаем здесь «Открыть» внизу, в правом углу. Ну, это ознакомливаемся с приложением. Просто кликает по экрану, если не хотите читать. Ну, дальше что? Нажимаем «Лекарство», если мы хотим поискать лекарство. Выбираем свой город. Еще раз лекарство и пишем свое лекарство, которое нам нужно. Давай напишем Офтагель. Это глазные капли. Вот, пишу Офтагель. Вот здесь вот написано процент или граммах. Сколько. Я нажимаю Офтагель глазной 0,25 100 граммов. И здесь мне показывают аптеки. Кроме того, кроме режима работы, вы можете видеть цены. И кроме цен, вы можете видеть здесь адрес. Можете его поискать. Но цены здесь соответствуют, и она обновляется. Если есть наличие, будет есть наличие. Если нет, то нет наличия. Ну, конечно, всегда советую, чтобы звонить. Но не было у меня такого случая, чтобы если здесь нету, то и там не было. Это все автоматизированная система, как бы в единой базе. Но и некоторые аптеки есть, которые не сотрудничают с этим приложением iTeca. Также вы можете найти в разделе «Врачи». Для этого переходим давайте в главный. И мы здесь можем найти врачи, вот база врачей по городу. Если вам нужен хирург, пишите «хирург». Хирург. И выйдет нам полный список. Вот. Стаж и все такое. В общем, очень удобное приложение. Пользуйтесь.